Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта военноедело.ком. Военный эксперт рассказал о преимуществах Су-57. Российский военный эксперт Алексей Леонков рассказал о преимуществах новейшего истребителя пятого поколения Су-57. Эксперт отмечает, что новый самолет серьезно превосходит свои зарубежные аналоги. В первую очередь это связано с инновационными технологиями. Основными преимуществами Леонков назвал сферическое радиолокационное поле и функцию цифрового помощника пилота, которая позволяет автоматически управлять маневрами самолета в моменты, когда пилот не успевает оперативно отреагировать на ситуацию ввиду острого дефицита времени в условиях воздушного боя. Радиолокационное поле позволяет осуществлять полный круговой обзор вокруг боевой машины, что повышает эффективность и скорость обнаружения цели или угрозы. По словам эксперта, истребитель способен сам отреагировать на угрозу, отразить атаку зенитной ракеты или выставить помехи. Леонков отмечает, что потенциальному противнику будет непросто обнаружить новый российский самолет, так как последний построен с применением технологии малозаметности. При этом эксперт подчеркнул, что несмотря на современные технологии, не стоит думать, что автоматика очень скоро сможет вытеснить из кабины живого человека. Леонков считает, что США, которые пытаются оснастить боевую авиацию искусственным интеллектом, совершают большую ошибку. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.